Играть в шахматы и быть спортсменом. Юные шахматисты знают, как достичь успеха. Гроссмейстером стать сложно, но возможно. Для этого необходимы многочисленные тренировки, говорят ребята. А самое главное, это такой же вид спорта, как и остальные, но только безопаснее. Тут драться не надо, синяков не получаешь. Развиваешь ум. У меня цель не шахматы сами по себе, а внимательность и все, что достигается при помощи этого вида спорта. Ребенок становится уравновешенный, ответственный, и развивает, в принципе, память, мышление, логику. Традиционный весенний фестиваль по шахматам собрал 120 ребят. Это значительно больше, чем в прошлые разы. В Одессу приехали гости из Теплодара и Южного. Турниры дают подняться в мастерстве каждому ребенку. То есть после турнира они уже выходят более взрослые в плане шахмат. И вот поэтому мы как можно больше хотим, чтобы они взрослели у нас в плане шахмат. Президент Одесской городской федерации шахмат Алексей Гончаренко говорит, что Одесса – город шахматных традиций, и их необходимо расширять и приумножать. Главное в том, что каждый ребенок, который был сегодня здесь, он станет лучше, он станет чуть умнее, он укрепит свою память, и у него появится характер. Шахматы очень нужны, они развивают ребенка, развивают интеллект, но, конечно, очень важно, чтобы был здоровый образ жизни. Весенний фестиваль шахмат состоит из 9 турниров. После определят победителей. Каждый ребенок получит новый уровень квалификации. Ксения Терзи, Евгений Чмецов, Думское ТВ.